день 60-летия со дня основания ракетных войск стратегического назначения в сквере на пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной открыли памятник первому главнокомандующему РВСН Митрофану Неделину. Он был практиком, стоял у истоков и заложил основу применения ракетных войск, внес вклад в создание ядерного щита страны. Прошел путь от командира артиллерийского полка до главнокомандующего. На открытии памятника присутствовали родственники легендарного маршала, его внук Леонид Владимирович Говоров и племянник Виктор Павлович Неделин. Будет притягательным местом для города Одинцово, не только для воинов-ракетчиков, для молодежи, жителей города. Я хочу вам пожелать, дорогие друзья, в этот день, прежде всего, ракетчикам здоровья, успехов службы. Я благодарю скульптора Дениса Анатольевича Стритовича за эту великолепную работу. Отдельные слова благодарности хочу высказать Ростиславу Игнатьевичу Мединскому, советнику председателя Российского военно-исторического общества. Установка этого памятника – это его инициатива. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого монумента. Высота памятника вместе с постаментом составляет почти 6 метров. Рядом с монументом также обустроена пешеходная зона и создан небольшой сквер размером 12 на 12 метров. Установить монумент предложили ветераны. Инициативу поддержали в военно-историческом обществе. Памятник изготовлен в том числе и на народные пожертвования. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».